Ну что, свет ты включила? Угу. А я кнопочку-то нажала? Угу. Чудесно. С Новым годом, уважаемые. Это друзья. С Новым годом. С Новым годом? Угу. Как-то все не позитивно. Какого черта? Сколько зомби нужно убить, чтобы вернуть тебе былую позитивность? Не знаю, сейчас пойдем считать. Ладно, я буду отмечать твое душевное состояние и считать зомби. С Новым годом, вот и привет. Так, а чё? Да, нам чем бы нам заняться? Ой, он умер. Это было внезапно. Ой. Что значит убить козлов? Кого убить? Козлов. Каких козлов? Нет, ну это кто-то и... Мухи ранен? Слушай, мне этого не хватало, прямо вообще. Так, погоди. Значит, что-то мы тут делали. Погодите, у нас какая-то миссия была секретная. По-любому. Я ничего не помню. Я тоже не помню. Погоди, я тоже не помню. Белый флажок. В прошлом году было, ты че? Принесите Хьюстону. Хьюстон. Хьюстон, у нас проблема. Мы должны принести Хьюстону более каляющие. Буцай его гул тут. Господи боже, что ж такое-то? Слышите? Идите в убежище, что ли? Мы там какой-то КВС, что ли, должны сдать или чип того? В чье убежище? Ну вот откуда мы прибежали, вот это за решеткой, где там обезьяны. Откуда мы прибежали? Да, вон там он. Да? Куда он? Правда? Ну, у меня на карте белый флажок, отнесите Хьюстону боль утоляющая. Хьюстон страдает. Ага, ну, это пожизненный квест. Да? Угу. Он опять за свое? А, я-то думал, блин. Да. Ты чё сзади подстраиваешься? Хренов наркоман. Кого? Там сумки были, не надо на меня тут. И еще. Я просто испугалась, я поворачиваюсь. Ладно, а вот у нас тут. Чё-то. Лагерь беженцев, Райский остров. Тут есть быстрый переход, кстати. Да, ладно. А кто помнит, где тут этот есть? Кто есть? Где есть? Когда есть? Верстак. Поговорите с Зоуей. Верстак внизу. Нифига не вижу ее внизу. Ну тут. Вот я тут стою. А-а-а. Попытка не быстро. Нашел? Круто, да. Спасибо. Так. Что-то нам короче, надо далеко. Еще мой. Так, ну-ка, сейчас я посмотрю, что там по заданию. Так. Как переключаю? А, вот. Короче, сколько у нас? 4 задания. Найти лагерь в доме на дереве. Кстати, мы же его искали уже. Да, причем аж два раза. Че не нашли. Сохраняется-то? А хрен его знает. Вот как раз я ж про то и говорил, что вы получили, где говорит, то Леша, то... Не-не-не. Света? Это завершено написано, я не то прочитала просто. Ищите лагерь на западе теперь надо. Слушай, у тебя татушка прикольная на спине. Вообще. Говорить Зои, ну это... В главном этом лагере. А, так и вся в татушках тут, нифига себе. Нам надо а где быстрый переход? Я тут надо ездить. Найти целебные грибы. Целебные грибы? О, вот это уже мне нравится. Мне они сейчас очень нужны, я хочу их в деле. Что, перспективное задание, я в деле. Да? А, ну, пойдем, давай. Пойдем. Пошли сейчас за целебными грибами. Ни хрена себе, 200 сколько метров? Целых 200 метров. Это что такое? Прекрати. 200 с лишним метров. Смотри, как она профессиональная. Каждый угол обшаривает. А это уже, по-моему, уже просто на автомате делается. Да, это уже автомат. Слушай, а почему бы нам быстрым переходом туда не метнуться? Нет, не надо? Не стоит, думаешь? А, нет, мы сейчас, подожди, я тут что-то и хотел найти. Вот. Слушай, мне вот эти сетки на воде напоминают водный мир. А где быстрый переход? Там должна быть карта, по-моему, да? Ну да, вроде. Где она? Ой. А хрен он, да? Блин. Сейчас я найду. Наверное. Сейчас я, наверное, найду. Сейчас ты, наверное, стопудово найдешь. Не, ну где-то карта должна... А, вон она. Пожалуйста, поищите мою. Так, ладно, сейчас я надо еще посмотреть, вот, где ну, это. Да. Блин. Нам надо на север-запад. Так, подожди, это что? Одинокая пещера. Нет, лагерь беженцев, Райский остров, наверное, нет? Или... Подожди, сейчас. А вот. Я дарить твою в кочергу.
А, давай, короче, сейчас да, будем тыкать. Да-да-да, это лагерь беженцев, райский остров. Да, все. Саш. Не. Не, подожди, это мы в главный лагерь вернулись. Ну пойдем, ладно, сдадим тут задание. Блин, стояла бутылка хлопа, нет, вот как это подошло. Вот. Смотрите, нам надо с чем-то. Ай, это мой был коктейль. Ой, да. Ну и ладно, я подумал. После Нового года не у тебя голова только болит. Иди сюда. Не болит ничего. Ну почти ничего. Ну не голова точно. Я задаюсь теперь вопросом, что же у тебя болит? О, придурок. Что за псих? Он с моей бутылкой стоит, сволочь. Это пожар папуасов. Мы наблюдаем прямое действие наших грибочков. Эта сволочь много сожрала. Мои грибы. И не поделился. Смотри, его штырит, а то, что хочу. Блин, я не могу просто. По Станиславской скажу сейчас. Не верю. Почему я еще и кину? Карло, отвечайте. Спирта много не бывает. Где же вы? Блин, так, Саша, надо... после твоих слов мертвый будет смеяться по-любому. Не понял. Бегом обратно так, а в парадиз. Ну, а чё это? А нам надо лагерь защищать. И в баню! О, какие бобёрли. О, сила репрея. Ага, тут походу отбиваться надо. Бля, какого хрена? Да блин. Где, блин? Ух ты, блин. Чё-то я не понял вообще. Чё, ну лагерь надо защищать. Слушайте, нет, что это, непонятно. В смысле, какого вы неграми обозвать, я понял, что сам негр. Сами не купят. Чего, где? Чего, тут. Меня ты едят. Хуя. Ой, мне бэхалка кончилась тоже. Так, ну разошлись в ужасе. Я! Ну ладно, все так. Ты видел, видел, как я его видел? Иди в баню. Ух, круто. Вообще. Воу. Блин, какого дьявола, а? Спасай негра. Негр у нас один. Меня спасать. Вот мы расисты. Ухо. Жрать, что да, ускопытились. А, ну я поняла, кто все съел. Тихо. Это контора, не пали ее. Так, ну что, все что ли? Нет, видишь, наверху написано «Сила Орды», сейчас еще хлеще будет. Лечитесь там и да, чинитесь. Да у меня регенерация, мне не надо ничего лечить. Черт, одинку, пойду-ка я поднимусь на второй этаж. Чего вы там забурились-то? Ну, я починил технику. Да, я тоже починилась. Буду все равно, что не сдохну, да? Туда, верстак, можешь чиниться, когда хочешь. Чпок. Так, ну чё? Раз. Ой, Саша, ты оставил мне одну шоколадку, или просто ты, наверное, пропустил ее, а я съел. Что еще пропустил, я не могу, что это ж так-то. Так, что-то лысый какой-то тут нарисовался. Нарисовался, хрен сотрешь? Нет, сотрем, в чем? Сотрем? Ой, толстый, толстый. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Эй, тут. Саш, это ты там, да? Эй, тут. Блин, ты там... Ох, ты с тени подкрал. Так, чё ж ты не подыхаешь? Ты смотри, живучий, да?
Блин, ой, это просто. Да, я иду, что ковка пришел. Надо его как-то болить. Там он здоровый след. Слева, слева, слева. Да, большой. Да, я вижу. Блин, фига тут боты психи вообще. С рюкзачком смотри такой. Шкалата такая. Буль-буль, карасики. Галини, Бланка, буль-буль. Давай его, Светик. Как? А, теперь меня поднимай. О, так ты где? А чё, Лёша, не успел тебя поднять? Не-не-не, мне всё со мной нормально сюда. Так, потом пытаюсь сейчас разбить стейк всех. Так. Ох, ё-моё, большой какой. Ой. На они хоть большие, хоть маленькие, все пинают. Смотри, сколько их много в вашей жизни. Так, иди. Ай-яй-яй. Мама зарубана, а у чувака. Отойди ты нахрен от меня. Охренеть. Вот это вот месиво. Чего да ты уж тут махаешь? Давай ближе, вот так вот. Правильно, да. Новый год удался. Все правильно. Бару-бару-бару-бару. Пина под запина. Что-то какую-то гадость я взяла вообще. Фуф. Так вот быстрый пришел. Как быстро пришел, так быстро уйдет. Нет, мясник здесь есть этот. Ой, отвали от меня. Что, мясник приперся? Да, уже умер. Уже. У меня тут был. Ты на него посмотрел, и он умер? Нет, тут его чуть какие-то эти маньяки затопорили, затыкали. А, вы тут денежки-то пособираете? Да? Да ну нахрен, психопат. Че, все что ли? Да сейчас. Нет. Еще одна волна. Сзади, сзади, Света, сзади. Я слышу, я пытался бежать. Спасаться бегством. Надо ботов, что ли, поспасать немножко. Пускай они нас спасают, что мы тут должны. Нет, они не могут нас спасать, пока их убивают. Кто вот? А, блин. Откуда? Так, толстобаза пришла. Здрасте. Слева от лестницы. Ух ты. О, вот он. Эй, толстый. Блин, откуда? Язык, что ли? Нет. Супер какой-то человек. Фак, Амаза. Я лег. Окей. Так, в толстом моя. Ой, блин, что-то это вообще какая-то жесть просто здесь творится. Я вообще не понимаю, что происходит. Такое мясо вообще не знает. Охренеть, ужас. Блин, меня убили опять. Слушай, ты где? Да, тут где-то валяюсь. Ижи, ребята. Блин, они валяют, да? Охренеть, 20 тысяч вообще потерял. Ну все, козлы, вы меня разозлили. Она вы все. О, меня вырубили. Я, блин, честно, трудом бабки зарабатываю. Непосильно. Ты живой? Да. А кто тут завалил? Ты смотри, скотина же лучше. О! Получи. Господи.
прессовали. Ну да, все, хорошо, где же добить-то все? Вот он. А, мясник. Уже мясника уже нет. Давай, умирай же, а. Вообще капец. Все. Ой, а что-то у него синенькое было, я уже стырила. А, у вас тоже, наверное, свое, да? Че свое? Ой. Подожди. Хороший звук какой-то. Кто кого пилит? Вот какой-то нехороший звук прям. А, о, во-во-во, вот, вот тут вот пилят что-то. Ой. Быстрее, уходим отсюда. Нас спасли. Это не как может будто, не радовать. Как будто мы просили. Мы спасли с бегством. И что нам теперь делать? Продолжаем. Нет, это скорее всего зомби спасли с бегством. Боже, это она и есть. Они не бегством спаслись, а чего-то. Судя по всему, это вход. Легко отделались. Но они оба находятся в затопленных районах. Это так? Да. К этим входам не пройти. Я не исключаю этой возможности. Они могут пригодиться. Где я вообще, я не понимаю. Возможно, ему известно что-то о туннелях. Он и Вилла ведь вместе работали, так? С Нигером в туалет пошли, наверное. А что, если он такой же псих? Геслер не видит. Блин, а кстати, а где мы? Если он до сих пор жив, уверена, он поможет. Меня прислали на консультацию с ним. Он годами изучал эту болезнь. Какую нахер консультацию? Ты о чем вообще? И если кто-то что-то знает об этих катакомбах... Они о чем вообще? Кто они вообще такие? Раньше почему об этом нельзя было сказать? Да хрен их знает. Новый год на вашу бок. Какой нахрен сказать? Я даже не знала, жив ли Кенслер. Слушайте, если вы слишком боитесь, я пойду одна. О, вали. Если в России пережили Новый год, то уже не бойся. А где я? Все равно выбора у нас нет. Че ты со мной сделал, Леш? Ну, можно остаться здесь и оторваться как следует. А это что за... Ну! Почему это возникает на тебе, правильно? А я пойду. Что ж за пожилые убогие остановки? Ладно. Видимо, придется отрыв устроить в другом месте. Отрыв. Хоть один о чем-то подумал. Интересно. Блин, а куда меня делись, Леша? Ты, блин, вернулся откуда-то, а я нет. Так, почему? Вот ты вернулся, бегаешь? Ну сейчас, а в видео почему у меня не было? Ты меня что, в туалете замочил, что ли? Я знаю, вы беспокоитесь по поводу доктора Кеслера, но он не такой, как Маркус. А, ну задание надо еще вот этой вот бабе сдать. Дайте минутку, и я проведу по ограничению. А это вам. Отправляетесь? Знаете, когда соберетесь отправить? Модификация молнии, ребят. Лена. Электрификация. Ой, кстати, надо эти распределить навыки. Да, стоит. Так, я задание брать не буду, но все, что она мне отдаст, я заберу. А за завтрак. Хватай, хватай всю память. Охренеть, вот у нее шея. Смотри, смотри, смотри. Я вижу. Что за человек-резинка? Шея так вертится, ужас. Не вопрос. Взорвите мне несколько зомби. Так, чего вы мне тут дали? Тут где продавец есть? Где? Торговать. О, отлично. Ничего, надо мясо собрать. Дали дубинку. 15 уровня. Хлеборезка, штука целая, нифига себе. Дубинка, фуфло. Урон. Так, ставим. Стилет наставим. Так, а вот это? Ну ладно, ставим тоже таки быть. Травмирующая дубинка. Беглые гвозди, пистолет. Капец. Что-то у него такое фуфло. О, клюшка для гольфа. Вот это я понимаю. Молоток для мяса. Берегитесь. Да. Самое. А, 47-й, а у меня нет 47-го уровня. Лошары. Так, где у меня аптечки-то? Вот этой бабе консервы давайте, уровень прокачаете и деньги себе, ну, наварите. Какой? Вот, я стою тут, ей тыкаю. А, это я... А ей грибочки можно дать. Я отдавал уже.
навернусь. Консервы. И у нее два, ну почти два уровня прокачала. Все, я еще дал консервы. По-моему, больше ей нельзя ничего давать. Да. Я сейчас догоню, еще и дам. Пожалуйста, ага, поищите. Понятно. Она, походу, уже обожралась так. Сраный молот какой-то впендюрил. Сраный молот? Фу, какая гадость. Куда впендюрил-то? Кто? Да есть тут. Так, а куда нам теперь-то надо там? Да фиг его знает. Куда-то там надо. О. А тут сюда, кстати, тоже можно быстрым переходом метнуться. Каким быстрым? Найдите и остановите Маркуса Виллу, пока он не навредит кому-то еще. Это тот мудак, который там поджег. Давай вот второстепенные сначала сделаем. А какие у нас есть второстепенные задания? Тихая гавань, остановите безумие. А, ты, кстати, как раз и смотришь это второстепенно, да? Не знаю. Научный подход. Ну, я нет. Научный метод. А, научный подход, что там надо сделать? В лабораторию. Да, биосфер. А, нет, лаборатория, это уже там, ну, как бы, это дальше по сюжету, а тут это надо еще сделать. Так, ну и чё? Светик, ты вот стала так, не так, не сяк. А что, отойти? Окей, сейчас. А то я сумки ограбить не могу. Пойдем этого останавливать, Маркуса, да? Все, можешь там стоять дальше, так, прикрывать. Так, где у нас, смотри, у нас еще... А, ну... В общем, там, где Маркус, надо его, так, короче, грохнуть. Так, ну, вы когда решите, позовите, я пойду травку курю. Бунгало деревни Матака, нам надо туда. Вот, еще надо найти лагерь на западе. Видишь, там зеленый кружок. Да, вижу, вижу, поехали. Тимаха, айда зажгем на туре. Ну да, и что там еще надо? Пошли. Пойдем, пойдем. Та-та, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Подожди, я тут у них все подношения сожгли. Подожди, подожди, подожди. Так, господи, а. Чего вам все чешется-то все? У кого чешется что? Ну я не знаю, чего вы там бегаете все. Я тут стою, у тебя за спиной. Я все сожрал, какой-то. Все подношения. Чпок. Опять меня унесло куда-то. Куда? Всю деревню разнесли. Что вообще такое? Вот он этот хрен. Где хрен? Вот он. А, так. Лёшек, считай, сколько хренов будет за серию. Да, Маркус Вилла. Надо его вонить. Мочить его. Ой, там консервы, консервы, я жрать хочу. Мне не кажется. Ты рехнулся нахрен. О. Ты рехнулся нахрен. Забавно. Чё у него тут ещё свиснуть можно? Чё ты с ним сделал? Чё ты с ним сделал? Смотри, он отлетел, блин. Ну давай пошинкуем, чтоб его не узнали. Лёша, ты что с ним сделал? Что я с ним сделал? Ты ему дубинкой по башке, что ли, врезал? Он так улетел, аж в стенку врезался. Ну да. А что, не надо было? О, смотри, как я ему в башку. Не-не, всё правильно. Хотел сказать, что это хороший чувак был? Не-не-не, плохой. А тогда не жал, конечно. Смотри, я ножом буцал, ничего не получилось этой... Кочергой бахнул, пошел, смотри, куда башка залетела. Ну что, пойдем тихую гавань сделаем? Ну давай, пойдем, сделаем гавань. Пойдем в гавань. А зачем ты его убил-то, ё-моё? Сделаем гавань. Зачем ты его убил? Да вы задрали, а. Тебя, что ли? Слушай, интересно же, зачем ты его грохнул? Ну у него руки зачесались, он его грохнул, чё? Зачесались. Да, зачесались у меня руки. Так, а нам идти 300 метров. Мы что, просто пойдем, наверное, да? Давай, ну, пешком. Да. Я просто пойду. Плавать я не хочу, я наплавался в прошлых сериях. Я тоже просто пойду. Конечно, мы пойдем пешком. Нет, не будет. Кио! Дальше что? Дальше надо, что? Только света может утопленника утопить. Ну их надо мочить, потому что иначе они пока тебя догонят они потом. Они что, мало намочены, что ли? Да. Мочить их. Они и так мокрые, Свет. А как бегать? Ты что-то путаешь. Я кого путаю? Никого не путаю вроде. Посмотри, плавает. Куча говна. Леш, ты прям на нее едешь? Эту кучку говна так... Отплавалась.
Ой, Тюня, сиди. Че там, как в кустах нашел, что ли? Палатка классная, думаю, взять черепашку, не? Нет, новенькая. Блин, да туристы просто присели в туалет, а ты тут что-то вломился с криком зомби. Вот кто псих-то. Не, нормально все. Конечно, нормально теперь. Труп только закапывают. Это наша санкция, так что не надо. Ой, а что это? Вот. Куда-то полезло вообще? Так, а вот это тоже? А что хочешь? О, да. Хорошо, если на всем бошки отрывать, я поговорить хочу, пообщаться. Да. Знаю я такие разговоры. Ой, ой, простите, ребята, я как бы вообще не при делах, я пошла сюда. Ай-яй-яй, мама. Куда ты вообще пошла? Я туда пошла, там зомби. Она к туристам пошла. А зачем ты туда пошла? А мне просто любопытно очень было. А там туристы оказались местные. Искренне не понимаю, зачем тебе туда надо было? Мне стало любопытно очень просто. Идите сюда, тут это, движуха началась. Я псим, я псим. Саш, там твой клиент. Где мой клиент? Help me, который. Help me! Вон он, видишь, ходит. Help me! Не вижу никого. Он прям тебя просит, чтобы ты ему help me сделал. О, давай, ну, во, отлично. Здорово, братья. Во. Путеводитель по острову. Всю жизнь о нем мечтал. Так. Боимся. Вот, ну вот эта палатка вообще протекает, позор. Хрупкая хлеборезка. Ты тут спортинвентарь, что ли, это, экспертизу проводишь? Ну, а чё не? Чё-то тут. Ой, к ней её, чтоб она слетела нахрен оттуда. Чё она там сидит? Кто сидит? Где сидит? Вот, Светик, я уже забыл, как это круто наблюдать. Что-то, что? Ну, пока ты лестницу... Опять подсматриваешь, а? Конечно. Ну ладно. Давай ее пнем. Пусть она бомбочкой нафиг полезет. Сейчас Лешу за ноги схвачу. Меган. О, опять. Хватает здоровья. Да, наслаждайся, Саша, если не добрая. Ну как, вообще-то не совсем, ну ладно. И вообще-то не сегодня, да? Блин. Хоп. Так ну что, мы выполнили наконец это задание несчастное или что? Не знаю, история умалчивает так. А это что за полотенце такое? Так, а нет, смотри. Еще нет, да? Еще ну, куда-то давай, надо не толпись, бежать. Не толпись на туре, проходи. А то как в московском метро на туре. На туре? На туре, ну. Так, на туре. Я все возьму, а то после света тут уже ничего не останется. Тут я тоже все возьму. Да, че все стырили, блин? А чё бы нет? Вы прыгать на воду будете или как? Сейчас тут по-моему. Ништяк. Так, нам куда-то туда, да? Куда нам сюда? Три дебила по воде. Нет, погоди, зачем ты туда топаешь? Ой, слушайте, а я туристов вместо... Свет. А. Туда нам не надо. Я иду, куда у меня указатель? Нам же надо вон, 80 метров осталось. Твою. Уверен, что нам туда, куда ты показываешь? Оу. Ну, я не знаю, у меня же стоит этот... Мне еще какую-то ачивку включили. Кстати, друзья мои, скоро же Дайнлайн-то выйдет скоро. Ну да. Ну, да. Чудесно. А ты что-то взяла, какую-то фигню, да? Там сок какой-то стоял, я его стырила. Да. Как обычно. Мне сейчас вот показывают этот красный флажок, тут не туда совсем. Не, все правильно, идем. Посмотри, где зеленый кружочек, мы к нему идем. На карте. Опа, чуваки. О, да. Разработчики вообще умеют. Замес. Может, они меняют. Что за хрень вообще? Все? Да. Тихи. Слышите, что говорю? Чё? Разработчики вообще чуткие ребята. Чуткие? На полуострове куча машинок. Откуда они там оказались? Как они туда вообще залезли? Чуткие ребята. Разработчики. Там, кстати, сейчас толстый будет, поэтому поаккуратнее.
Что там? Мы на него нагадим. Толстый где-то здесь должен... А, вон там, кстати, чувака надо, по-моему, спасти. Да-да-да, точно. А вон, да, может. Крылья, может. Что-то там наше. Сзади, блин, сзади. А что-то тут до хрена очень это зомби вообще. Ой, что? Он потерял голову. Очень-очень много. Обожаю. Так, ну я с ними разберусь сейчас, ребят. Вау. Сори. Я тут всех перебил случайно. Здесь вагончики есть модификация. Возьмите. Отлично, возьмем обязательно. У меня, оказывается, этот супер удар теперь тройные эти отпускает звездочки пуляет. Вот этот хрен живой, вообще. Какого хрена живой вообще на хрен? Хрен живой, отдурить. Хрен живой. Так, тут мне кое-кто профессиональный вор подсказал, а что он есть модификация. Да, там вагончики модификацию не забудьте взять. То есть она уже не... Бёш, я слышал, да? Она даже не отрицает, что она профессиональный вор. Да, чего отрицать-то? Очевидно. Да. Так. Чё, вы брод опять? О, одинокий рюкзак. Надо стырить батарейку, которая... Одинокий рюкзак. Прыгну. Тут толстый. А, ты наконец-то с ним встретилась, да? Все ждала, когда же, где же? Я не хочу я с ним встречаться, потому что... Ой! Ой, меня что-то бьют. Тише. Не толстый не надо. Бьет просто. Не умирай. А что у меня нет сразу харкает? Ты что? Чары эти же. Напоминайте, что яйца все лишь так. Нате, гад. Так, сколько мяса осталось, а? Так. Отлично. Ой, требует уровня 3 света. У тебя какой там уровень? Письмо для маги. Ты можешь эту фигню занять? У меня 49 уровень. Какой уровень? Нет, 30? Вот замок. Офигенный вид. Угу. Да, у меня полностью прокачан. Там факт. Я хочу на дерево. Так. Хочу на это дерево залезть. А, погодите-ка, а чё? Нам вон туда теперь? А чё там делать надо? Ядарить твое налево. Совсем налево? Лёш, ты чё, улетел? Куда? Я хочу на дерево. Я думал, ты на дерево хочешь, да так, что улетел. Блин. Теперь ищите внутренний лагерь. Чё вообще за дела? Нифига их шпилит его, шпилит видит. И тебя тоже с это... скатывает оттуда, да? А я хотел на самый вот этот вот край. Че, мы идем во внутренний нет, лагерь, нет? Стенка не да. Да идем, конечно, да, как обычно. Мы бежим. Ой. Опять? Тут какие-то мертвецы валяются. Да неужели? Да, прикинь. Вот это внезапно. А что там тебе по радио сказали, кстати? Мне сказали, что надо, Лёша, ну отойди, убивать ну, всех негров. А ты хочешь, чтобы нас тоже грохнули, да? Да, нет, я поэтому никому не скажу, что нам сказали. Ой, там толстый. А Саша прослушал, и поэтому он нас не убьет. А, ну окей, хорошо. Я поняла твой план, типа. Типа поняла или типа план? Типа и то, и другое. Почему по жопе кто пошел? Мочилово, прогресс испытания. Прогресс испытания Мочилово. У меня ачивки только так летят, офигеть. Так. Че ты нас сюда привела? Да, и че тут упал? А здесь, кстати, должно быть задание. Видишь, что ты вот эта коробка, она с каким-то припасом. Я вот не помню, где это задание берется. Короче, надо ходить и вот собирать вот эти припасы, там еда, короче. Зачем задание-то? Давай сразу возьмем эти припасы. Задание. А я не знаю, где его брать. Я не помню. Так, ну ладно. Идти-то нам куда? Сейчас там какие-то чуваки толпятся. Какой-то внутренний лагерь надо найти. Вот я иду 200 метров еще. Ой, там кто-то нездоровый орёт. Явно нездоровый после Нового года особенно так... Ребят, мы долго по моче тут лазить будем, мне достал уже.
Иди нафиг. Чмо, блин, а? Говнюк, говнюк. Ой, а тут это... Зомби, типа. Удивило. Ну, типа, сейчас сдохну, все. Слушай, мне такое ощущение, что я сейчас наиграюсь в эту игру так, что в реальной жизни зомби увижу, его в пятак сразу дам. Ты в реальной жизни зомби точно не увидишь. Почему? После Нового года, знаешь, сколько зомби лазит по России? Ну да, точно. Чё-то я не подумала хорошо. 1 января сплошные зомби. А, кстати, вот тут я был. А, нет, да. Вот. А чё мы сюда залезли-то? Ну, внутренний лагерь ищем какой-то. Типа. Мы, по-моему, не туда куда-то лезем. Да, ну вот это я, указ, наверное, смотри, просто не туда вас завела. Ложок что-то там в другой стороне. Ну... Ой, ой. Я нам полюбасу не туда. Куда-то в ту сторону. Слушай, она лежачих пинает вообще. Не, а здесь можно пройти же. Просто свернуть направо и дальше пойти там по воде. Ну, так мы и сделаем. Ну, мы и идем, да. Опять мочу, да что ты? Посудки вымыть. Терпи, терпи. Вымокнешь, лучше замаринуешься, все такое. Идите с краешка. О! С краешка, говорит, идите. Мы там большие, габаритные, не то, что ты. А мы тут пролезем, интересно, если... Полноприводные, ага. Между деревьев. 4 ВД. 2 ягодицы и 2 ноги. Ну чё так? Ой, мама. Чё, а чё это вас тут так много? Здрасте. Нифига себе, она. Прогресс в испытании, да, детка? Да, она сейчас на нас прыгает. Слушай, свинья вырывает, точно. Ага, так прикольно получилось. Саня срезает голову, а я ее как это, как... битой. Комбо. Ой, а тут, по-моему, мясник будет сейчас. Вроде. Или нет? А, да. Да-да-да. Ну, мясник. Вон он, скотина. Он уже возбудился, смотри. Орет, стоит. Ну и чё? Чё? Побежал куда-то. Сюда. Сейчас прибежит, смотри. Ну как прибежит, так и отхватит, в чем проблема? Ой, мама, спасите меня. Он возбудился, сейчас бежит ко мне. Что мне делать? Даже давай посмотрим, как в теле. Слези. Тут еще и остальные что-то. Давай, мама, сейчас. Получи, скотина. Получиска. Где выход-то вообще? А, вот он. А тут что? Тут, кстати, пожрать кому надо, нет? А вот сейчас, наверное, что, может быть, здесь вот пожрать. Это вот задание. Письмо для Мэгги. Письмо для Мэгги. Читайте. По заданию. Чё, вот? Вот оно. Ай-яй-яй, Света, ну. Из-за тебя у меня теперь жопа хрустящая, подожжённая так. Так. Куда, как туда? Вот нашел тут Михалыч. Так, Ши. Еще у нас там заданиями стало. У разработчиков нездоровая мания к септику. Так, тихая гавань. В Хендерсон отправится. Ну-ка, подожди. А где это? Хендерсон. Ой, а там братаны. Один даже писает, стоит. Фига себе. Ой, меня увидели, ребят. Блин, а я что-то не найду, где двое, этот Хендерсон? А эти двое с копейками сидят загруженные. Это, наверное, другой этот. В смысле, другой этот где? Может, другая локация, я фиг его знает. Ну-ка, пойди сейчас. Да, что-то тут не отмечено больше нигде. Ну вы идете, не? Нет, пока. Блин, такой кадр четкий. Найдите целебные грибы. Оба стоят такие и оба крутятся, как на винде. А целебные грибы надо найти, это вон надо, в одинокую пещеру. Да, вижу. Че, пойдем? Пойдем. Че, пойдем? Омайо-майо.
пытка не пытка. Хоба. А, ну они там жрут, пускай жрут, окей. Я тоже пожрать хочу. Ну иди, мы не попросим, уж они поделятся. Да там нету оливье, не канает. Машина! Ну пипец. Все. Я поехала. С удовольствием тут в танк залез, пока вот вот шулёшь. Нет, я не поехала, я пойду починюсь. Чего? Куда ты там собралась? Чиниться. Лечиться. Ты придурок, машет. Дыхай, братюня. Ой, как его покорюжило. Фу, блин. Еще и пснул под конец. Фу. Ну все, Ли, садись. А что, вы все съели уже? А, нет, шоколадка еще есть. Вот. Опа. Так. Саша, мы поехали, встретимся на месте назначения. Я вам поеду. Давай, 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 садись. Американские горки тут начинаются. А вообще даже... Даже подвинусь. Че вообще-то? А, ну вон туда надо, да? По, короче, вот по прямой, никуда не сворачивай. Окей. Деваха, поехали, давай. Поехали. Дай ей скачать. Пиноккио! А, ты что, по мосту, что ли, получаешь? Ну да, окей. За последнего надо ему еще это двойной тариф высчитать. Да разбивай это быстрее, это стекло, я ни хрена не вижу. А тут еще одна машина, ну всего, ништяк. Давай прям в ворота, чпок. Нет, я тут не проеду. Я-то шутил, черт побери. Ну я решила попытаться, мало ли. Вдруг разработчики удивят, а сейчас уже все титановое. Пинай его полностью. Он весь твой так. Блин, я начинаю подозревать, что тут страна сумок. Вот, потому что куда ни заберешь, столько сумок всяких. Тут еще, кстати. Такое ощущение, как будто у них вещей больше, чем людей. Верстак. Вы там не забыли, что мы вообще грибы ищем? Ну да, мы идем за грибами. Все правильно. Я их уже нашел. Есть тут пещера, одинокая пещера. Кто бы сомневался. Мне нормально. В одинокую пещеру пойдем-то со мной. Ты смотри, что он там делает. Это у тебя что, пукан бомбанул, что ли? Что это за взрыв был страшный? Спецэффект от грибов. Переборщил. Спецэффект. Да, живот пучило. Да, борщ это вещь такая. Слушай, а ты не мог потерпеть до волны зомби? Если бы мог, я бы не делал так. Я бы так просто вынесло, просто взорвало к чертям. Опять вот это вот. А сколько можно вот это место проходить уже, а? А это другое место. Да, ну все такое, давай. Ну нет, тут просто похоже есть пещера. Должно быть из-за грибов. Светик, отойди лучше. Ты там поманит что-нибудь. Отошла. Спасибо. Еще один. Только ярость врубил. Как постреляю, да. На тебе. Ой, у него писька закорелась. Туши скорее. Да, туши. Так. Ну, вообще, несовестно за свои действия. Нет. А что должно быть? Шесть, ё-моё, так. Я клей нашла. Опа-на. Похвально, а нужны-то грибы. Вот они. Идите посмотрите на грибы. Саша, иди посмотри. Вот они. Саша, иди что грибы. Их жрать надо, грибы, чтобы грибы. Иди сюда, быстрее. Ну ладно, будем жрать. Быстрее. О, грибочка, а, он стырил их уже. Конечно, стырил. Нормально, Леша стырил грибы, а моя, говорит, такая, нашла. Светик, я перед этим, так перед входом еще одни грибы. Блин, у меня шопа горит. Шопа горит. В жопу горит. У меня. Че, перец ела? Я не знаю, парный в смысле жопа горит. Ой, киянка, смотрите, это желтая.
Какая киянка, еще и желтая, мать вашу. Какая кия? Походу у вас уже... Какая кия? Слишком много грибов нажарились. Какая кия? А вон еще грибы, нет? Да-да-да, воу. А сколько надо грибов-то? Я тоже хапнул. Я все нашел? Все нашел. Ничтяк. Ну пойдем. Вот эти трупы. Ругаются над трупами, а? Это муравьи, они ползут по моим ногам. А, ну понятно. Ты грибов попробовал. Конечно. Конечно. А что надо теперь сделать? Слушай, я только что подумал, Бивис и Батхин. Вернитесь к доктору Джейн. Че, поехали обратно в лагерь? Ну поехали. А тут это можно, наверное, протонуться быстрым переходом. А я не еду, я лечу. Правда, его найти еще надо, этот переход, если честно. А я бобер. Где-то здесь, по-моему. А я сурок. Сурюк? За хата пустая, в натуре ничего нету. Чё, а вот мной? Здесь вот карта, тут можно перейти. Здесь ништяки. Ништяки повыли, сволочи. Идете? Сами же ништяки все сожрали. А ты где? Тут, а? Свет. Я нечаянно на зомби спрыгнул. Сзади скотина на мне лежит. Пошел вон. Ну какие нервные, он целоваться лез. Фу, какая гадость. Я не люблю таких туристов. Деревня Матака. Туда вроде надо. А каких надо? Ты любишь? Так я ж не похож на аборигена, который... В Матаку надо? Сиди, типа, иди сюда. Матака. Иди сюда, так его. Да иди. Не ты бубан. Встаньте, дети, встаньте в круг. Не, обложитесь чесноком и возьмите крест. Да. Иди сюда. Ой, меня шпилить начало. А я нас не туда что-то перепортанул. Ну что ж такое? Тут я думаю, что-то грибы не то зарубали. Да. Ой, смотрите, там братва купается. Полосатых купальников. Погоди, а где карта-то? Внутри, что ли? А здесь, по-моему, нету. Есть. А, вот надо. Халай-махалай, вот, точно. Ну ладно, махалай. Абдулай-махалай-палай. Что ты стоишь, махалай давай. Я еще камень спрятал. Саш, что она не махалает? Еще глаза так закатил. Во, надо кому-то, кого-то тут сдать надо. Кого тут сдавать? Поищите. Во, вот эту бабу. Тот самый гриб. Секундочку. Тот самый вкус, тот самый слон. И где же он? Надежда в этой жизни главное. О, получить 50 уровень, открыть достижение. Зашибись, супер. Чё даёшь? Киянка. Кия в натуре. Ну её продать надо, она хреновня. Продисты, мать вашу. Кто хреновня? Киянка. Ни хрена себе, нож дракона, 63 уровень. Я ж кончусь. Пока он 63 уровень будет. Так, а чё да, дальше-то? Куда нам дальше бить? А у нас там чё со временем-то? Так мы пишем вторую серию, чё? Где? Подре. Нигде, а как? Это как это так? А чё я не знала об этом? Просто поделим, да и всё. Ну, пополам. Кого поделим? Запись. Какую? Которую сейчас делаем. А мы что-то делаем? Света, что у тебя за грибы? Поделись. Ничего не делаем. Играй спокойно. У меня грибы какие-то вообще непонятные. Я ничего не понимаю, ничего не знаю. И вот все такое. Чего всё делать? Такое. Эй. А что у нас осталось-то? Тихая гавань? Что-то... 4 куска мяса самоубийцы, 2 куска электронного хлама. Вот и мне тоже надо. А вот тихая гавань-то отправляйтесь в Хендерсон. А где? А я не знаю, где это.
вот на... Как меня задолбало, если честно, с тесаками. Смотри, вот здесь ходить. Вот. Где? А, нет, погоди. Нет, это в лаборатории биосферы. Светик, тут когда-нибудь будет вооружение нормальное, или мы так и будем с булавами, как в средневековье лазить? Не знаю. Свет, слушай, похоже, надо все-таки это вот выруливать отсюда, вон, по этой, по дороге на север. В лабораторию? Ну да. Акила промахнулся, Акила. Ну давай, короче, так, наверное, сделаем. В лабораторию махнем, а потом, короче, там посмотрим, может быть. Куда вы там махнете в натуре? Грибов пучали. А что там? Здесь есть ближайшее быстрое перемещение. Здесь вот. А что ты там, Саша, спрашивал насчет оружия? Я тебе что-то ответила, но я сама не поняла, что я ответила. Спроси еще раз. Лёха, эпик, каскадёрство. Эпик, да, эпик по-любому. Нам на причал Марика нужно, да? Вообще, нормально. Ну что, будешь спрашивать, нет? Да не знаю, вот даже задумался так. Так, ну, нам тогда, получается, надо на причал. На причал, да. Я думаю, причал стоит какого-то хрена там. Ее вообще к карте подпускать, нет? Вот, вот этого, ой-ой-ой. Ой, нет, что ты закрутила так? Завертела. Так, а это что? Снег кружится. Летает. Снежок на тыре. Блин. А это просто консервы где-то показывают. Бухло. Консерв. Ой, бухло. Саш, тут это твой клиент. Где мой клиент внутри? Вау. Ну, блин, что такое-то? Оп. Игра повисла. Был клиент, не стало клиента. Ой, как плохо. Что такое внутри? Игра повисла. Чья? У меня? Да ладно. Ну вот и ладно. Походу не очень хорошая идея была запись двух серий подряд. Ага. Именно так. Груз печаль. Навозная куча. И это все. Ну давайте там на туре решайте свои вопросы, да? Какие вопросы-то? Да никаких вопросов. Опять вся запись по это. Что ты от меня-то хочешь? Ну, скажи что-нибудь. Что-нибудь скажи. На туре, братва, ждите следующий. Короче, ладно, мы не добрались сегодня до пункта назначения, типа это вот. Да, получается. Ну ничего, впереди еще целый 2015 год. Действительно. Еще успеется. Доберемся на туре. Ой, тут бомж сидит какой-то. Ой. Где бомж? Уже нету. Пну его. Света, как тебе не стыдно бомжей обижать? Че, ну вы здесь вот, наверное, заныкаемся, да? Вот тут. Давай. Ну, вот. Я на этих заныкаюсь, вот тут повыше, чтобы мою жопу не покусали, так. Вот так, в натуре. Ага, хорошо, встали. Все. Телепортируюсь к своим грибочкам.